7 сентября 2013 года. Испания, городок Арере. Вот так идет дорога через горы, леса, а потом она неожиданно сворачивает вот такие маленькие городки, вот с такими узкими улочками, вот с такими красивыми домиками. Здесь на домах нарисованы, но вот сейчас я не вижу, нарисованы стрелки для паломников. Куда повернуть? Направо, налево. Как выйти из города? То есть здесь заблудиться просто нереально. Сейчас я вот ищу такую стрелочку. Но здесь просто улица идет прямая и нет никаких поворотов. Стрелки обычно размещают там, где есть несколько разветвлений дорог. Как только появляется... Вот на асфальте. Вот стрелка. Вот появилось ответвление влево. И вот сразу же на асфальте вот такая стрелка. Это чтобы путники не плутали по городам, а выходили строго на, опять на путь, который идет уже вне города. Ну, вот примерно так. Я продолжаю путь.